Всем привет, ребят. Ну что, есть картинка Sneak Peek с будущей обновой. Будет один герой, хотя я в этом как-то очень сомневаюсь, что один. Но это удивительно, если он будет один и опять же донатный. Возможно, не донатный, но скорее всего, что донатный плюс будет супер питомец. Скинули картинку. Такс. Сейчас я ее открою. Изображение новое. Добавить источник. Так, ВК. Вот скинули с ВК картинку. Вот так вот выглядит. Не знаю, что это будет. Новый герой или героиня. Но, судя по всему, какой-то маг. На каблуках причем. Скорее всего, обычная эволюция. Но, возможно, два героя. Не знаю, я что-то не уверен, что это один герой. Скорее всего, возможно, будет два новых героя плюс супер питомец. Потому что, ну, они немножко разные. Ну, очень даже разные. Посмотрим. В общем, сейчас я прочитаю, что там за... Сейчас даже зайду, гляну, что там написали в группе. Обновление не за грами, в нем будут ожидать различные нововведения и исправления. Ну, нововведения, опять же, 15-й скилл, 40-й левел питомцам, 11-е скиллы питомцам, там, точнее, 10-е скиллы питомцам, 15-е скиллы героям. Ну, что еще ожидать? Ну, два новых, скорее всего, что здесь будет два новых героя, не один. Плюс супер пэт. Ну, только так. Новый герой и супер питомец. Блин, ну я не знаю. Или это скин, облик его, либо же все-таки будет два героя, потому что они что-то как-то очень отличаются. Если присмотреться, возможно, там в перчатках и в сапогах, и там просто, вот, не знаю, какой-то маг, скорее всего, или друид какой-то новый, ну не знаю, и новый супер питомец, скорее всего, обезьянка, похоже очень на обезьянку с хвостиком, ну не знаю, в общем, посмотрим. В общем, такие вот новости, ребята. Пишите комменты, ставьте лайки, будем ждать обновления, потому что оно очень многое будет решать, так как уже всех задрало то, что IGG ничего не делает в Castle Clash, не меняет, куча багов появилась и их не меняет. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.